Ей всего около 30, она уже руководит партийной ячейкой. Наталья Загородникова, юрист по образованию, партийную школу посещала прилежно. В ближайшем будущем видит себя в числе народных избранников, планирует баллотироваться в депутаты. В мечтах подняться еще выше, в администрацию президента. Говорит, партийные школы – это новые возможности и первый шаг к заветной цели. Это вообще в целом расширяет твой кругозор. Мы проходили политические технологии, то есть процедуры, технологии выборов – это то, что, в принципе, мы не обучались этому на юридическом факультете, поэтому это достаточно новое для нас направление. В этом году за парты партшколы сели более 180 человек. Средний возраст учащихся 30 лет. Всех слушателей пропустили через партийные сито. Конкурс составил 5 человек на место. Руководители местных исполкомов, сторонники партии, самарские блогеры на полгода погрузились в студенческую жизнь. Забыв о субботнем отдыхе, партийцы приезжали на лекции в Самарский госуниверситет. К нашим слушателям приходили практикующие политики, депутаты, политологи. Мы делали упор именно на какие-то практические технологии, чтобы наши выпускники могли создавать различные социальные проекты, да, которые были бы интересными и полезными. Я хочу сказать, что такой опыт уже получен, положительный, выпускниками прошлого года. Уже есть несколько проектов, которые были защищены и получили гранты. Кроме новых знаний, выпускники партийной школы получили уникальную возможность попасть в кадровый резерв органов государственной власти. Алина Чемерис, Станислав Левин, «События».